Живу за границей 11 лет. Как все, я привыкла. Какой тут секрет? Да, все привыкают и просто живут. Находят себе и очаг, и приют. Сознание вторично, важнее бытие. Конечно, я знаю, что все не мое. Но жизнь так сложилась и дальше идет. Уже через пару недель Новый год. А значит, мне нужно куда-то бежать. Чтоб год в дом пришел, а меня нет опять. Рюкзак собираю, с утра снова в путь. Про дом думать некогда нынче, забудь. Я снова в дороге, и вновь непокой. Сейчас за границей, но только другой. А вечного не было в жизни и нет. Пусть так. Я жива. Вот отчет. Всем привет.